Жители Одессы среднего и старшего поколения хорошо помнят то время, когда можно было с большой радостью и удовольствием покататься на катере с Лузановки на Морвокзал. Так одесситы подписали петицию о восстановлении катерного сообщения. Ее автор утверждает, что такое сообщение разгрузит транспортную магистраль с поселка Котовского и значительно уменьшит пробки. Кроме того, водный маршрут улучшит финансовые поступления в местный бюджет. Петиция обнародована 12 октября. На данный момент документ подписали лишь несколько человек из необходимых для рассмотрения вопроса тысячи голосов. Проголосовать за инициативу можно на сайте Одесского горсовета. До конца сбора подписи осталось чуть больше 70 дней. Отмечу, почти 20 лет назад от причала в Лузановке курсировал катер до Морвокзала. В начале лета городская транспортная комиссия обсуждала его возможное восстановление. Но к общему решению так и не пришла, аргументировав такой маршрут затратным для бюджета. В пробках стоять дешевле.